фильм продюсера Лоренцо Доумани «Ночь монстров». Средняя школа Замбинске основана в 1933 году. Экзамен по математике. Пожалуйста, еще одну минутку. Пожалуйста, всего лишь еще одну минутку. Ой, мне очень жаль. Однако время твое здесь вышло. В фильме снимались Джейк Томас, Тейлор Дули, Мэтью Лоуренс, Ники Гриффин, Джош Салцман в роли Вилмса, Мюзетта Вандер, Марсель Ларис, Джонни Винсент, Фил Льюис, Ванесса Энджел в роли Клэр Акерман и Роберт Кэрадайн в роли Джорджа Акермана. Костюмы Синтия Фрейнд. Монтаж Стивен Мэрс. Композитор Стив Бартек. Художник Джон Лорена. Оператор Сео Мутаревич. По истории Лоренцо Доумани. Продюсер Лоренцо Доумани. Режиссер-постановщик Лесли Аллен. Джордж, господи, как я горжусь тобой. Мистер Большой, городской колледжский профессор. Прощай, Хатфилд. Здравствуй, Голливуд. Ну, знаешь, моя куколка, наконец-то ты попрощаешься со своими родителями, потому что мы двигаемся дальше. Ну да, конечно. Страшный холм. Жуткий дом. Круто. Допустим, ветер дует на северо-запад. Поезд двигается на юг. Где север? Туда, куда дым двигается, папочка. А как насчет этого страшного дома, а? Куда он двигается? Круто. А говорят то, что недвижимость в Калифорнии жутко дорого стоит. А это местечко по дешевке досталось. Понимаю, почему. Да, действительно, хорошую ты скидочку, папочка, получил. Ну, конечно, работа здесь не помешает. Мусор одного человека, сокровища для другого. Сокровища? Да тут, наверное, целый отряд горничных требуется. Скорее, наверное, легион. Страшновато. Жутко страшновато.
XI плюс I плюс X. Да что это такое? Эй, ребят, смотрите, что я нашел. Ух ты! Это же странное стекло, это увеличительное стекло. Проще говоря, лупа. При помощи нее можно увидеть то, что далеко. Спасибо, это очень полезная информация. Конечно. Что здесь происходит? Сейчас 22 часа, пора спатеньки. Ребят, вообще, чего вы тут в сенате делаете, а? Ну, ничего. Ничего, да, тогда вперед. 22 часа, блин. Вы, детишки, должны так гордиться собой. Так хочется, чтобы ваш отец быстрее прибыл домой и увидел, что мы сделали, как одна семейная ячейка. Наш большой дом теперь прекрасный дом. Да. Ну что же, заколдованные сады и дома с привидениями, мы идем. Эй, кто выпил из моего стакана? На меня не смотри, сам выпил. Я даже слышала, как ты пузырьки пускал. Вот и нет. Я почти что не прикоснулся. Может быть, привидение это сделало, а? Это монстр щекотки! Созываю войска. Ровно 6.00. Повторяю, 6.00. Всем на палубу, всем на палубу вниз. Для угощения. Ровно в 7.00 транспорт отбывает. Ровно в 7.00. Вперед, вперед. Это и тебя тоже касается, спящая красавица. Двигайся, двигайся, двигайся. Боже мой. Еще одно прекрасное утро. Мама, ты что, не можешь приготовить что-нибудь более нормальное? А что, Марта Стюарт нормальная, по-твоему? Айзек, давай шустренько, а то автобус пропустишь. Да успею я. Подожди, дорогуша. Приятного тебе первого дня в школе. Они тебя полюбят. Я это знаю наверняка. Да уж, говори сама за себя. Мама, за успех, сынок, за милый успех. Подождите, погодите. Эй, приветик, приветик. Должно быть ты новенький. Да, я Карлтон, твой водитель. Давай, пора тебе в школу, потому что если не будешь учиться, останешься глупеньким. Последняя остановочка. Давайте, вылезайте. Дамочки, пожалуйста, не кричите, не вопите, вылезайте. А, приветик, добро пожаловать в среднюю школу Замбинский. Этот парень точно вляпался во что-то, тут я не солгу. Вперед, зомби. А кто сказал, сейчас зима нашего непродолжения, и пускай славное лето осветится солнцем. Простите, молодой человек, это вообще-то литература средней школы. Младшие классы у нас в другом здании. Я Айзек. Айзек Акерман. Я здесь новенький, я вообще-то, мне очень жаль.
Ну что же, мистер Аккерман, будете стоять и пялиться на прекрасную, великолепную кожу, на чудесные губки и прекрасные глазки, или приснитесь к нашему миру Шекспира, Толкина и моего лично любимого Джеки Коллинза. Чувак любит Джеки Коллинз. Присаживайтесь там, молодой человек. Итак, здесь гидроген, здесь кислород. Две капельки гидрогена, чуть-чуть кислорода и... бам! H2O. Водичка, короче говоря. Отлично подходит для того, чтобы пить 4 стаканчика в день для прекрасной комплекции, для отличного гидрогенного тела, для купания в зависимости от национальности. И если благословение случится, святая вода используется для убийства вампиров и экзорцизма. Не забудьте сдать свои задания. Что оставляет мир крутиться и крутиться? Любовь или гравитация? Или почему глупцы влюбляются? Один из этих вопросов не имеет ответа. Вы уж поверите мне. Ты. А ты очень-очень особенный. Больше даже, чем ты сам знаешь. Тик-так, тик-так. Это простые слова или звук часов? Ну, я не понимаю. Поймешь со временем. Или, может быть, не поймешь. Я не могу быть уверена. Где твоя голова, парень? Что? Где-то в стране сказок. Я готов, тренер, я готов. Вперед, Айзек! Давай, Айзек! Айзек, ну-ка, быстро в кабинет директора, немедленно. Кабинет декана, средняя школа в Замбинске. Эй! Садись, мистер Аккерман. Хорошие украшения. И костюмчик ваш. Все выглядит так по-настоящему. Да. Больше даже, чем ты можешь себе представить. Почему он привел тебя ко мне? Для какой цели, мне интересно? Потому что я в болельщиц врезался. Да, да. Наконец-то. Дитя с 13-м знаком, судьба твоя. Ее мне решать. Советую тебе не искушать меня. Уйди.
И сделай это, пока я не передумал. Я пошел отсюда. Ты чего, только что моей подружке помахал, что ли? Да нет, нет. Я вообще-то не знал. Я здесь новенький. А, ну что же. Позволь в таком случае посвятить тебе и показать тебе наш городок. Брок, ты же ничего не будешь делать, чтобы обидеть его, а? Я? Да господи, это просто вызов для меня сам настоящий. У меня ведь репутация, которую нужно поддерживать. И такой милый парень. Увидимся после тренировки, конечно. Давай, что ли, пойдем и найдем тебе ящичек получше. Выпустите меня отсюда, это не смешно. Что случилось, дорогой? У тебя что, был неудачный первый день в школе? Ну, помимо того факта, что меня заперли, унизили, послали в кабинет декана... Я задержался в школе дольше положенного, все было отлично. Звучит многообещающе, что напомнило мне Клара Белл. Я обещал советнику то, что мы устроим вечеринку Дня Всех Святых на этой неделе. Он выбрал меня в этот вечер произнести речь. Это великолепно, дорогой. А как же мы? Да, действительно, кто будет за нами наблюдать, и что самое важное за мной? Нет, нет, не нужно на меня смотреть. У меня есть планы с друзьями и так далее. Нет у тебя друзей? Интересно, какое млекопитающее единственное летает? Летучие мыши. Всем подняться ровно 6:00. Повторяю, 6:00. Всем на палубу, всем по местам. Доложиться вниз для соответствующего... обряда, и в 7:00 на транспорт. Это и тебя касается, спящая красавица. Шустро-шустро, ну не могу я, папа. Еще одно прекрасное утро. Да здравствует Франция в таком случае. Айзек, уже 6:15, ты пропустишь автобус. Вперед, вперед, вперед. Отключите свои сотовые. Уберите принадлежащие вам незаконные субстанции, оружие и так далее на пол. Все, что я хочу видеть на ваших партах, это листок бумаги и ручку. Так вот, это для тех из вас, кто не знает об этом. Маленький экзамен. Нет, нет. Вы не можете пользоваться калькулятором. А ты? Не будет никакой проверки макияжа. И да, это будет учитываться при выставлении годовой оценки. У вас есть время до того, как часы пробьют 12, начали. Да что это? Невозможный просто экзамен. Фигня какая-то. А у тебя как получилось? Достаточно нормально. Какая же я красивая. Ну, слава богу, мисс Лекант больше не продает здесь. Лекант — это как у Энн Райс, ну да.
Она была учительницей лет 5, наверное, всякое там, неврологии и тому подобное, что-то странное с ней происходило. Некоторые в классе считали, что она вообще была дьяволопоклонницей, и очень странно. А вот что еще страннее всего. За день до того, как ее в конце концов уволили, она исчезла. Вместе с 5 учениками, и никто их с тех пор не видел. Да, и теперь каждый раз, когда ученики не сдают математику, они исчезают в ночь Дня Всех Святых. Слушайте, это странно. Мне кажется, старого владельца дома звали Лекант. 999 Аргайл? Ну да. Так это же дом с привидениями. Правда, не стоит опаздывать. Вы, американцы, всегда так торопитесь, 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 торопитесь. А вот с другой стороны, мы, европейцы, просто абсолютно потрясающе. Та самая женщина, в которую я с удовольствием погрузил бы свои клыки. Пожалуйста, в Голливуде, в ночь Дня Всех Святых, будьте осторожны, таинственный маньяк, известный только как темный потрошитель, на свободе он считается чрезвычайно опасным и хорошо вооруженным. Если вы его увидите, бегите и быстро. Детишки, дети, детишки, темный потрошитель не справится с паукофобом. Ну да, это просто жуть какая-то. Страхотища. Ребята, вы просто страховато выглядите. Да, и слушайте, арахнофоба. Да, точно. Наш суперлипкий здесь самый главный. Обещайте мне, что вы, дети, не делали, дом не покидайте. Там опасно. А мы вернемся до того, как часы пробьют 12. И помните, даже супергероев можно посадить под домашний арест. Пока. Идите. Трюк или угощение? Спасибо, спасибо, спасибо. Пока. Трюк или угощение? Трюк или угощение? Трюк или угощение? Дайте нам конфеты, блин. Эй, как делишки? А вы чего тут, ребята, делаете? Ну как? Вечеринка Дня Всех Святых. Это местечко... Традиция для старшеклассников, ни за что. Родители убьют меня. А ты это сделаешь для меня, Айзек Акерман? Мой брат был поцелован красоткой? Вот это страшно. Ну, я все еще не знаю. Если ты их не впустишь, то я точно впущу. Трюк или угощение? Я игрок, и у меня есть стиль. Вы со мной. О, да. Я очень надеюсь, что я не доживу, чтобы пожалеть об этом. Точно не доживешь, чтобы пожалеть об этом, потому что мама с папой тебя прикончат, когда они узнают. То есть, как это, когда они узнают? А что случилось, если... Но если ты мне дашь, допустим, $20, то я никому ничего не скажу. $20 — это все, что мне дают. Ладно, не будь такой дешевкой. В конце концов, крутые девочки того стоят, а эта крутая Барби точно того стоит. Спасибо. Попытайтесь проникнуться духом подарков, даров и фруктов. Деревенские жители боялись то, что духи восстанут, уничтожат их собственность. Надеюсь, что мы правильно поступаем, то, что дети оставляем одних. Вообще, этот мрачный потрошитель жутко меня пугает. Послушай, дорогая, Айзек очень ответственный молодой человек. Я думаю, что эти детишки в хорошей форме вместе с ним. Ты уж поверь мне. Но ты, с другой стороны, тебе угрожает жуткая опасность, потому что я... Тот самый известный граф Дракула. Тебе придется... Осторожно! Какого, блин, черта это было? Какого Марта Стюарта тут случилось? Кажется, это была летучая мышь. Джордж... Ты что, будешь мне рассказывать эти дурацкие истории про День Всех Святых, про язычников, гоблинов, привидений, волков-оборотней, да?
Пока, маленький чувачок. Хорошая вечеринка, да. Очень классная. Нельзя сюда алкоголь проносить. Ты что, родители убьют меня? И к тому же это незаконно. Нет, если тебе не 21. А тебе как будто бы 21, да? 22, чувачок. Представляешь себе? Дважды два. Я это, ну скажем так, я, в общем-то, не совсем подросток. Я вообще-то уже третий год в старшем классе. Но таким образом тебе 21, потому что большинство заканчивают школу в 19. Ну это... Я дважды в первом классе задержался, представляешь? Так что я дважды первоклассник. Я диджей. Знаешь, что самое классное в мире? Кроме вечеринок, наверное. Это быть умным. Умным, понимаешь? Вот это признак крутости. Ладно, мне поссать надо. Да, хотелось бы, чтобы побольше было таких. Знаешь, хотя бы раз в жизни, то, что мы не послушались родителей, получилось не так уж и плохо для тебя. Тебе, конечно, весело на этой вечеринке, к тому же у тебя мои 20 баксов, помимо всего прочего. Я, конечно, перед тобой в долгу, спасибо. А, кстати, где братец-то? Ты его видел? Да нет. Простите, простите, не хотел напугать вас. Я просто увидел, что вы притормозили на обочине дороги. Я просто подумал, что, может быть, вам потребуется небольшая помощь. Иногда бывает, меня заносит. Отличная маска, чувак. Очень хорошая. Позвольте мне помочь вам починить машину. Я там таким образом как-то вам все беспокойство компенсирую. А вы что, разбираетесь в машинах? Не понимаю, что-то я не могу найти его нигде. Может быть, его мрачный потрошитель схватил? Это даже не смешно. Он ребенок. Наверное, съел конфетку или, может быть, пошел за конфетами. Ладно, пошли поищем. Может быть, нам стоит пойти помочь им? Помнишь, когда я тебе говорил насчет того, что... Мы не послушались родителей, это хорошо? Ну? Я ошибалась. Разве ты не ответишь? Наверное, мама с папой звонят, чтобы проверить, как мы. Если ты не ответишь, они перепугаются. Ну же, подними трубку. Все, тихо, тихо! Алло? Здравствуй, дорогой. Я просто хотела узнать, как мои трое любименьких себя чувствует. Судя по всему, у вас там очень много просящих конфет, это точно, у нас все отлично. В общем-то, немножко больше пришло, чем мы ожидали. О, Господи, ну, надеюсь, что у вас угощения не кончились, это было бы так неудобно. Не волнуйся, мамочка, у меня все под контролем. Ну хорошо, ладненько, в таком случае, дай-ка мне Дейну и Винсента. Нет, нет, на. Привет, мама. Ты никогда не поверишь в это. Нет, нет, нет. Прости, мам. Дейна, она пошла еще за конфетами, чтобы детям раздать. А, ну ладно, хорошо. В таком случае, дай-ка мне моего малыша Винни. Я так скучаю по нему. Но Винсент, он это... Ну... Ладно, хватит шейкать. Винсент, он это... Ну... Вот неудачник. Где это ты был, а? И что ты делаешь, а? Играем в покер. Стрип-покер. Стрип-покер? Чувак, твой брат просто супер. Хочешь участвовать? Я не очень хорошо играю в карты. Ладно. Больше никаких полуголых женщин для тебя. Тебе ведь только 5. Да что там происходит вообще? И что там за 5 голых девушек? Мама, что? 5 голых девушек? Да нет, нет, мам, ну что, ты тут только 2 девушки, они только полуголые. А там только 2 девушки, они только полуголые.
Эй, полуголый — это тоже хорошо. Это День всех святых, мама. Такие костюмчики просто у них. Ладно, кажется, еще кто-то звонит. Хочу поторопиться. Не хочется, чтобы дверь снесли, мама. Кажется, что-то с машиной. Мне тоже так кажется. Мне кажется, вам потребуется тягач. Я это куда делал лучше в душе. Ну ладно. Ты действительно думаешь, что, заперев их, ты решил все проблемы, и это очень хорошо. Конечно, мы точно знаем, где он, больше не придется его искать. Да и к тому же он там не один, там эти две девушки и Джей Джей вместе с ними. Что на самом деле может случиться, а? Две полуголые девушки, пьяный чувак и пятилетний, все заперты в одной комнате. Звучит вполне нормально, на мой взгляд. Вроде бы мы собирались потанцевать. Я в покер не играю. Да нет, ну что такое? Не может быть. Нет, никак. Это невозможно просто. Мы только что видели их здесь. Винс! Винс, ладно, давай, вылезай. Это не смешно. Хватит играть в прятки, ну? Может быть, через окно вылезли, а? Да нет. Никак и никаким образом. Эта малышка заперта изнутри. Может быть, змея добралась до них, может быть, они просто исчезли. Люди просто так не исчезают, понятно? Это безумие просто какое-то. Наверняка есть какое-то логическое объяснение всему этому. Может быть, мисс Лакан добралась до них? Господи, ты ведешь себя как ребенок. Ладно, пожалуйста, не может быть. Мои родители меня просто прикончат. Может быть, тут есть какая-нибудь потайная дверь? Да, конечно, как, допустим, тайный проход с туннелями там и так далее, как в кино. Вот именно. В конце концов, книги выглядят вполне нормально, но на самом деле одна из них переключается, или какой-то есть тайный рычаг, или ключ, который включает двигающуюся стену, или, допустим, шкаф с книгами исчезает, или, может быть, камин. Ну да, слушайте, ладно, кончайте. Это как-то скучно даже. Ребенок просто прячется от нас, как это было раньше. Пойдемте просто и будем веселиться. Эй, ребят, смотрите, чего я нашла. Тут какие-то буквы, что ли, это двигается. Наверное, это типа ключа что-то. Так, ладно, хорошо, на счет три. Готово? Раз, два, три! Ключ, ключ, ловите его, ну! Пока не сломался, ловите его! Малыш, ты в порядке там, а? Рокки Кэннонс. Да что такого особенного с этим кирпичом-то вообще? Я просто не понимаю. Но это простая алгебра. Ты понимаешь, на самом деле это x равняется i плюс ix. Я все еще не понимаю этого. Ну, то есть, получается 9, да, и чего? Что только что случилось? Где мы, а? Это обратная сторона камина. Кто-нибудь свет включите? Есть фонарик, а? Винс? Винс? Здесь жутко темно. Ребята, вы это видите? Что, привидение, что ли? Ну да, конечно. Нет, я думаю, что он говорит про эти жуткие с виду глаза. Какие жуткие с виду глаза? Те, которые были у этой черной кошки, которая только что спрыгнула. Может быть, стоит позвонить мамочке? Не стоит родителям звонить, но как будто бы это здорово. Вечеринка Дня всех святых, твой брат исчез, родители обрадуются. Все, это не смешно, нужно найти Винса, пока родители не вернулись. Но эта штука просто так не откроется. Нужно придется это все разносить. Мы это сделаем с тобой. Нужно пока что продержаться здесь. А вы двое найдите своего младшего брата, ладно? А мне нужно выбираться отсюда. Я думаю, что ключ потребуется. Да, черт подери, точно. А он с другой стороны. Вот именно.
Нет, тут все равно все еще очень темно. Вот. Ну-ка, передай мне зажигалку. Это круто. Я готова. Пошли найдем твоего младшего брата. А у нас есть выбор вообще? Винс, где ты? Это не смешно. Чуваки, подождите. Кажется, я нашла что-то. Типа записки или что-то такое. Тут сказано, трюк или угощение. Это и есть... Следуйте по уликам и найдите детей. Если нет, будьте поставлены в курс, что вы обречены и потеряетесь где-то. Это что, загадка, что ли, какая-то? Ну, не знаю, нам след какой-то, кажется, оставили. Или, может быть, это ведет в ловушку. Пойдемте, ребята. Что это было? Фу! Ой, испачкала туфли. Туфли? Туфли, шмуфли. Они испорчены. Что это было? Может быть, наступило на что-то? Пол двигается. Фу, какая вонь. Воняет как... В древнегреческих эпиках обычно посылали легендарных героев в приключения в подземный мир. Да, наверняка так оно и было, дорогой. Скоро будет здесь этот тягач? Через полтора часа, дорогой. Тогда я думаю, я пойду прогуляюсь. Прогуляешься? Да. В лесу? Да. В это время? Да. Чуть-чуть. Перерыв на пописать. А, ну да, точно. Только будь осторожен, хорошо? Джордж, давай быстрее. Стараюсь так быстро, как только могу, Клэр. Клэр? Это ты, Клэр? Дорогая? Клэр? Это ты? А, привет, здоровяк. Слушай, это отличный костюм. Нет, правда, великолепный, феноменальный. Удивительный, правда. Ты настоящий медведь, да? Все ли там в порядке, а?
Я сейчас приду, дорогая. Честно. У тебя там что, друг, что ли, завелся или как? Да нет. Господи ты, боже мой. Я здесь. Что с тобой-то случилось, дорогой? Ничего. Ну что такое? Эй, ребят, смотрите-ка, тут, кажется, люк. Как ты меня назвал? Я говорю, там люк. Как мы можем выкарабкаться отсюда? Ни за что, я туда не буду карабкаться. Ладно, подожди, секундочку. Будь осторожен, малыш. Какой тяжелый, а? Видишь что-нибудь? Все чисто, ребята, порядок. Ты в порядке? Что случилось? Нет, я не в порядке. Черт, я скучаю по своей машине. Мне кажется, мы на Голливудском бульваре. Как интересно, можно выбраться отсюда, при этом не погибнув. Расчет времени. Идеальный расчет времени. Что? Ну, послушайте. Наверное, светофор срабатывает какое-то определенное время отсюда, в 70 футах. Я думаю, что вечер Дня Всех Святых, движение очень напряженное. По-английски, пожалуйста. Он говорит, что в какой-то момент машина остановится. Все ясно. Скажешь, когда чисто. Давайте, ну. Хорошо. Давайте быстрее, ну. Аккуратнее. Давай быстрее. Давай. Давайте быстрее, машина приближается. Ну уже, быстрее. Ой, надо же, это так тяжело, просто... Порви ты это. Да ты что, сумасшедший, это же дизайнерская работа. Давай быстрее. Стоять! Эй, ты в порядке? Все нормально? Да, все отлично, спасибо. Вот что называют испугаться насмерть. Спасибо, ты мне жизнь спасла. А ты? Ты? Ты просто гений. Таким образом, моя дизайнерская юбочка выглядит очень оригинально, прямо как я. Мне очень нравится. Здрасте. Секундочку. Разве ты не водитель школьного автобуса? Расслабьтесь, кореша, потому что ночь будет еще страннее. Идите вслед за звездами, потому что вашим жизням угрожает опасность. Вы посреди улицы стоите. Давайте быстрее. Идти по звездам? Не понимаю, что это я. Творите добро, все вы. Говорите правильно и делайте то, что я говорю. Просто следуйте звездам. Следуйте за звездами. Чего это он? Да, он офигел. Ладно, ребята, мне кажется, в нескольких кварталах отсюда... Есть полицейский участок, можно помощь найти. Отличная идея, сначала мне нужно освежиться. Не волнуйся, детка, тело твое не проверять не будет. Господи, ты просто как ребенок. Да ладно.
Понимаешь, проблема вот в чем. Если возлюбленные могут вернуться из мертвых, то кто угодно, хорошие и нехорошие. Наконец-то. Мистер, та самая жертва. Да, как прикажешь, мой господин. Бессмертие уже близко. Там чудовище, бегите, бегите, там чудовище. Да найдем мы его, понятно? Айзек, я тебе никогда на самом деле этого не говорил, однако вообще-то ты ничего. Нет, ну то есть даже если ты действительно потерял нашего младшего брата. Знаете, ребята, это большая пустая трата времени. Погоня впустую. Я считаю, нужно вернуться к вам, вызвать полицию, пускай они займутся этим. Я пошел отсюда, извините. А я обожаю Мадонну. И что ты хочешь сказать? Мадонна, ее звезда прямо у меня под ногой. Это как священная земля. Иди по звездам. Ну, конечно. Иди вслед звездам. Звезды на дороге славы. Ну да, как я и сказал, я пошел отсюда, ребята, извините. Пойдем, Джесс, пойдем. Я думаю, что Брок прав. Мы сделали все, что было в наших силах. Пускай полиция дальше этим занимается. Извините, но ребята... Ты чего делаешь, чувак? О боже, отпусти его, ты, урод переросток. Эй, ты! Эй, я с тобой разговариваю, пацан. Ты чё, глухой или как, а? Отпусти парня и поиграй с кем-то своего размера. Дети... Проваливайтесь отсюда немедленно. Что это было? Я не знаю, но я буду дурак, если пойду узнавать, что именно. Пойдемте отсюда. Что это за день всех святых такой? Добрый вечер. Я наблюдаю за птичками. Я иду искать большую грудастую пташку. Вы ее не видели? Что? Что вы сказали? Ну, вы знаете. Очень такую классную, суперскую девочку, которая ищет гнездышко с такими большими грудками. Да-да. Простите, на каком языке вы говорите? На английском, что ли? Очаровательно. Здравствуй, здравствуй. И что же нам делать с тобой, детка? О, да, да. А кто вы, сэр? И что вам надо вообще? Ну, точно не ты, малыш. Вы что, механик? Ну, вообще-то у меня слишком большой инструмент, если ты это имеешь в виду, приятель. Но нет, я Уинстон. Черчилль. Помни это имя, детка, потому что позже ты будешь его кричать от страсти. Да, детка, да. Джордж? Почему ты не мог вызвать кого-нибудь типа этого? Потому что тогда бы он болтал точно так же. Джесс, где твой сотовый? Мы можем такси вызвать и убраться отсюда, пожалуйста. А что с твоим-то случилось? Прекрати, у меня слишком большой роуминг. Расходы меня просто убьют. Отлично. Док зовет. У меня тут целая куча вещей на продажу. Солнечные очки, драгоценности, часочки. Мисс Мэма Джеммер? Ты что, знаешь ее? А что вы тут делаете? Да, конечно, она моя учительница по физике. И куда больше. Просто ты пока что еще этого не знаешь. А ты его, небось, маленькая подружка. А вот и нет, я его сестра. Ах, ну да, точно.
Это многое объясняет. Но ты такая красивая малышка. У тебя будут все парни под рукой, когда вырастешь. Это точно. Спасибо. Ну хорошо, а что толку-то от этого? Тихо. Особый ребенок. Вы должны молиться, все вы должны молиться, и это поможет. Или, по крайней мере, должно помочь. Звездочки выравниваются, столько дел и так мало времени. Тик-так, тик-так. А это тебе. А это тебе, маленькая сестренка. Ух ты, круто. Я туда немножко своего волшебства вложил, только не открывайте это, пока время не наступит подходящее. Тик-так, тик-так. Ну, в общем, вы понимаете, к чему все это ведет. Как она это делает, а? Ну, конечно. Иди вслед звездам. Звезды на небе. Мертвые звезды. Я все еще не понимаю. Я в таком смятении. Мертвые звезды. Где можно найти мертвых людей? На кладбище. В ночь всех святых. Ой, я так не думаю. Эй, хочешь стать знаменитым? Давай, заходи, иначе головы лишишься. После смерти бессмертие. Да прекрати ты уже, извини. Страшновато. Это местечко просто меня из себя вывело. Мурашки аж по коже бегут. Ну здорово, теперь еще и сотовые не работают. Кажется, тут ничего не работает. Это уж точно. Борис Карлов. Ой, мне он так понравился в Баффи. Бела Лугоши. Вечный Дракула? Вот это жутко скучно. Все знают то, что Антонио Бандерас Дракула. Он классный. Он был Зоро. Какая разница? Эй, ребята. Тут, кажется, что-то сказано. Вот ты здесь, где бы ты ни находился. Используй ноги быстро и отправляйся в дорогу. А то... Что это еще означает? Как-то глупо это. И не в рифму. Бежать надо. Бежать? Это тоже не рифмуется. Бегите! О, нет. Что же мы будем делать? Они такие старые. Даже старше Шона Коннери. Они не старые. Они мертвые, эти идиотки. И мы таким будем, если не уберемся отсюда. Ладно, я с этим разберусь. В конце концов, это мужская работа. Кыш! Валите! Ладно, ребята. Помогите мне, потому что у меня ничего не получается. Назад! Это не только дорогое средство. Но и к тому же, совершенно не полезно для зомби. А что это? Неважно. Я так и знал, что это была дурацкая идея. Кто-нибудь убейте их, да они уже мертвые. Так что же делать? Нужно отвлечь их. Так, ну-ка дай-ка свой iPod. Так, хорошо. Итак, они мертвые звезды, правильно. А что звезды любят делать? Как что? Выступать, вот именно. Поближе ко мне. He did the match.
Что это за место? Это мавзолей. Музей, что ли? Такой, где мертвые люди. А! Владимир Замбинский. Замбески? Как Замбески? Из средней школы? Ну да, наверное. 31 октября 1899-го. Умер 31 октября 1999-го. И он будет жить вечно. Он будет жить вечно? А почему здесь не сказано, он будет жить вечно в наших сердцах или что-нибудь типа этого? Это странно вообще. Скорее, глупо, наверное. Никто не живет вечно. Никто из людей. Ребят, вам не кажется, что это немножко странно то, что он родился, а потом умер в один и тот же день, и что в этот день был День всех святых? День всех святых. Ну, то есть ночь вся, всех святых. Языческий праздник, когда духи мертвых воскрешаются. Ну да. И когда хорошие духи и плохие духи возвращаются в мир живых. Я не помню, конечно, что это означает, но в папиной речи это было. И что ты хочешь сказать? Нам нужно открыть гробницу. Что? Ну, то есть, если мы узнаем, что он именно там, значит, мы будем знать точно, что он мертвый. А как мы откроем? Это заперто. Значит, нужно выяснить, как это делается. Давайте. Ну, давайте, ребята. Так, ладно. Итак, на счет три, хорошо? Раз. Два. Три. Да что такое? Что? Что, ты что-то видел, что ли? Типа труп, что ли? Это очень плохо. Что? Что случилось, детка? Я ноготок сломала. Но нужно как-то это исправить. Не могу найти свой маникюрный набор. У тебя найдется? Нет, у меня с собой нету маникюрного набора. Но... у меня есть это. Ух ты! Красивенько. Ты думаешь, настоящий? Как вы думаете, сколько стоит этот камешек? Дай я посмотрю. Тебе придется его вернуть. Ладно. Слушайте, кажется, это типа ключа, что это тут. Шесть сторон. Вечная жизнь. Рождение, жизнь, смерть, суд, воскрешение и возрождение. Возрождение? Как это возрождение? Ну, когда мертвые воскрешаются до того, как они воскреснут, нужно, чтобы были все астрологические знаки. И когда есть все 13 знаков, ну да, конечно, Овен, Рак, Дева, Весы, Козерог. Ну и все остальные. Подожди-ка. А 13-й знак какой? Что-то я не помню. Ведь их должно быть 12. Но есть еще один. Афьюкус. Что-то я не помню такого. У меня последний 12-й знак. Но Афьюкус — это знак змеи. Но это немножко сложно. А что будет, когда появятся все эти три знака? Возрождение, вечная жизнь. Вот, вот это должно быть помещено сюда. Что происходит? Кажется, мы сейчас это узнаем.
Что это за место? Это, кажется, обсерватория. Господи, кажется, здесь Джимми Дин был. Я думал, что Джимми Дин — это король сосисок. Тёлка без понятия. Так почему мы еще раз здесь находимся? Ну, учитывая то, что нас затянуло какой-то цветной трубопровод, который находился в гробу. Ну да, это все из-за звезд. Это были настоящие звезды. Они мертвые, не какие другие. Поэтому мы здесь, около обсерватории. Пойдемте, ребята, пойдемте. Пошли, пошли. Добрый вечер, граждане. Я мистер Невероятный. А это мой помощник. Я его партнер. И я морозный... Ожог. Морозный ожог. Вам чем-то помочь сегодня, ребята? А, я понимаю. Мистер Невероятный. Знаете, в этом не будет никакой необходимости. Спасибо, мы просто ждем тягач. Сэр, мы правда же не настаивать. Это все часть нашего суперкреда. Помогаем тем, кто попал в беду. Пожалуйста, откройте багажник. Какие они милые. Правда, на самом деле. А говорят то, что все, кто живут в большом городе, такие недружелюбные. Сейчас починим ваши шины. За секунду. Наши шины. С шинами это полный порядок. Часть нашего обслуживания, сэр. Да, эти ребята просто мульты самые настоящие. А мне кажется, что они из Пиксара, дорогой. Почти что закончил. Но, судя по всему, работа наша здесь закончена. А, ну знаете, я уверен, что супергерои тоже должны зарабатывать, только налика у меня нету с собой, потому что на мне не тот костюм. Все это часть реабилитации, сэр. Просто приятно провести вечер, и да пребудет с вами сила. Какого черта, что только что случилось? Я понятия не имею. Ух ты! Эй, смотрите, это волшебный куб, отвечающий за безопасность. Но я думаю, что я могу в него влезть. Сейчас посмотрим. Итак, 9, 6 сторон, потом квадратный корень, 10 возможностей через квадратный корень. Итак, 366, 344, и в конце концов... Что? Едем вверх. Выходите сейчас. Где это мы? Я понятия не имею. Да, далеко вниз лететь. Это уж точно. Ребята, все это как-то странно. Что-то очень даже не так. И кажется, сейчас мы поймем, что именно. Профессор Скалабат? Ребята, я себя тут начинаю чувствовать, как будто бы мы в какой-то поездке. Это самый дурацкий костюм зомби, что я когда-либо видел. А ты кто такой? Жакей? Спортсмен или кто? Кстати, юбочка мне твоя нравится, просто потрясающая. А если я в школу ее одену, мне пятерку поставите? А мне? Что?
тоже в юбке придешь. Причина, по которой я здесь, это чтобы вас предупредить. Вам угрожает смертельная опасность. Как будто бы что-то, чего мы уже не знаем. Ну, ладненько. Декан на самом деле воскресшее существо в ожидании души ребенка 13-го знака. Афьюкус. Да, вот именно. Тогда он будет жить вечно и делать то зло ужасное, отвратительное, гадкое, демоническое, дьяволическое, что обычно воскресшие уроды делают. В общем-то, наверное, это все объясняет. А при чем здесь мы? Ну да, и типа, при чем здесь вы? Да все на звездах на самом деле. Среди знаков. Среди зодиаков, а не на улице. Когда у тебя день рождения? 29 февраля. Я, в общем-то, такой, между знаками. Это уж точно. Ему каждые 4 года день рождения. На самом деле, у меня тоже 29 числа день рождения. На самом деле, в правах сказано 1 марта. Тоже Юкус, знак змеи. Это то, чего у него нету для того, чтобы быть или не быть. В конце концов, это и есть вечный вопрос. Вообще-то, мой вопрос был в том, при чем здесь вы? Некоторые из учителей сформировали альянс для того, чтобы защитить учеников. Я член этого союза. Пока что Скалабат. Ну да, тренеры и наша физичка, они тоже члены союза. Да, конечно, это самая большая куча дерьма, что я когда-либо видел. Знаете, что я думаю? Я думаю, что это одна большая хэллоуинская шутка. Хватит с меня, мы сваливаем отсюда. Пошли! Ой-ой-ой. Кажется, мы вляпались. Твое задание, значит, было успешным. Говори как человек. Собрались куда-то? Дежаву. Как же я устал от этого места. Как же мы сваливаем отсюда. Попробуйте угадать снова. Или нет? Наверняка есть какой-то другой спуск вниз. А я знаю. Можно взять парашют и прыгнуть. Ну да. Это было бы просто. Ну, в общем-то, наверное, вряд ли. Так что дальше? Гигантская крыса или еще что-нибудь? Ненавижу летучих мышей. Да что такое? Я беспокоюсь, Джордж. Дети не подходят к телефону. Они, наверное, на улице гоняются за злодеями. Ну, ты знаешь. Мальчик-паук. Арахнофоб. Как же я устал от супергероев. Алло, Айзек, это ты? Алло. Мне пописать надо пойти. Алло. Странно. Трубку повесили. Может быть, ты набрала неправильно. Тут запрограммировано, Джордж. Ну-ка, дай мне. Да, действительно запрограммировано. Приветствую вас. В этот один из лучших вечеров Дня Всех Святых. Надо же. Ну ты и штучка. Если, конечно, понимаешь смысл. Ну а вы что? Это невозможно.
Могу себе представить, дорогой, а ты кто? Ты что, маленькая кисонька, да, мяу? Ладно, ладно, что вам надо от нас? Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Мне нужен ты, чтобы ты делал в точности, что я тебе скажу. Мисс Мартиша, у вас губной помады не найдется? Ты даже пахнешь, как рыба. Эй, эй, это меня. Да, наверное, переадресация. Твой сотовый работает. Алло? Айзек? Почему вы к домашнему телефону не подходите? Мама жутко беспокоится. Простите, был немножко занят. День всех святых и так далее. Все ли в порядке? Винс, Дэйна? Да. Все просто... страхожутко рады. Ты знаешь, я ведь сказал мамочке, что наш маленький супергерой совсем справится. Секундочку, погоди-ка, я ее позову. Нет-нет, пап, не стоит, не надо мне. Айзек? Мама? Я жутко беспокоилась. Я могу поговорить с моей маленькой тыковкой? Винс, он это... Звонок из дома. Из дома? А где же он еще может быть? Дай мне поговорить с ним. Подожди секундочку, мама. Алло? Айзек, да где ты? Мама с папой только что звонили сюда, они просто в шоке. Джей, Джей трубку бросил. Винс? Винс? Да где ты? Как ты? Ну давайте, детки, вы опять проиграли, вот да. Слушай, мы с Дэйной по всему городу бегаем, тебя ищем, а ты дома? Я дома. Занимаюсь обучением около старого камина. Девочкам тут нравится. Здесь страшненько. И ты знаешь, какие девочки бывают, когда им страшно. Бу! Где вы, ребята? Вы что, пошли за конфетами? Ты даже никогда не поверишь в это. Ладно, слушай, просто оставайся дома, никуда не ходи. И даже не двигайся, ладно? Мы будем дома, как только сможем. А что мне делать, если мама с папой снова позвонит? Ой, блин, мама. Винс, мне пора. Пока. Девочки. Итак, на чем это мы остановились, а? Мам, мам. Правда, мне жутко жаль. Надеюсь, это было что-то важное. Послушай, мам, мне действительно пора, понимаешь? Ты веришь, что все в порядке? Будет в порядке. Я обещаю тебе это. Может быть, в этот раз сработает. Можно только надеяться на это. Парень был дома все это время. Ну хорошо, мы пойдем и... Вы знаете, чему я научилась за многие годы? То, что все не так, как кажется. Дайте мне догадаться, вы член союза с учителями, которые защищают детей против декана, да? Не совсем. Глупец. Я здесь для того, чтобы доставить вас моему господину. А я так не думаю. Какая же ты мертвая. Но как ты догадалась? Да, действительно, как ты узнала, милая? Две вещи. Во-первых, зеркало. Когда я пыталась помочь ей с ее макияжем, мне было отображение, точно. А во-вторых, туфли. Такие туфли я уже не делаю с тех пор, как была охота на ведьм в Салеме. Никто, уважающий себя в 21 веке, такие туфли носить не будет. Ну, пошли, ребята. А ты кто? Я декан. Вечное зло. Ха-ха-ха!
У меня дурное предчувствие насчет этого ребята. Есть предложение? Да. Сдохните быстро. Это менее болезненно таким образом. Я тебе такое устрою, блин. Сидеть. Мистер Акерман, у меня есть особые планы на ваш счет, потому что вы очень особенный. Когда часы пробьют 12, ваша душа станет моей. Нет. Нет. Да. Поднимись, поднимись, поднимись. Простите, что я так задержался, ребята. Вы просто не поверите, ну и ночка у меня была. Но в данный момент мы готовы все, что угодно поверить. Вы можете нас домой довезти. 99.9 Аргайл. Ну да. Вперед, зомби! Кто-нибудь, помогите! Что сильнее, чем Бог и злее, чем дьявол? Ничего! Здорово! Ну ладно, ладно. Что, мы что ли все должны делать, а? Милая! Нет! Да нет, нет! Боже, нет! Ух ты! Да-да! Оно самое, давай! Ну хорошо, ладно, отлично, все! Хорошо! Да! Хорошо, хорошо! 2:13! Вперед! Да, да. Фас, фас. Давай, давай. Вот так, молодчина мальчик, давай. Отлично. Отпусти моего брата, ничего тебе такого не сделал. Но он сделает кое-что ради меня. Дар.
который продлится вечно. Ты думаешь, он имеет в виду умирание? Его душа будет вечно моей. Моей навсегда. На целую вечность. Навсегда. Да мы поняли. Очень хорошо. Что же? И время как раз идеальное для того, чтобы все вы сдохли. Я слишком молода, чтобы умирать. Я слишком классная, чтобы умирать. А я слишком крутой, чтобы умирать. Как насчет тебя-то? Не время мне еще умирать. Тик-так. 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 Лови! Тик-так. Ребят, вы действительно сегодня показали всем. Спасибо. Знаю, что ты тоже сама ничего. Ладно, пойдемте отсюда, ребята. Я с тобой, детка. Да, хотя бы раз я с вами согласна. Эй, ку-ку. Эй, алло. Ребята. Может быть, поможете все-таки, а? Ну вот опять. Может быть, в этот раз? Как же мы домой доберемся-то? Я вызову такси. Такси? Давай, что ли, лимузин вызовем? Но всегда есть Карлтон. Это круто. Нужно вас домой довезти, нужно все исправить, потому что это была еще та ночка. Не сомневайтесь, не сомневайтесь. Пускай будет шоу Гвен Стефани. Мы достигли конца, конец пути. Карлтон сваливает. Ну ладно. Что же? Было круто. Точно. Давай. Пойдем, что ли? Я бы, конечно, осталась, помогла бы прибраться, только... Вечеринка в 10. Короче говоря, там полный аншлаг, но для умненького-то ничего. И ты тоже. Спасибо. Увидимся в школе. Эй, арахнофоб. Не знаю, помнишь ты или нет, однако мама с папой едут домой. Ой, блин. Пошли. Мы дома, Винс. Дамы. Кажется, это ваше. Спасибо тебе. Как же круто. Эй. Эй, детишки. Вы дома? Эй. Ух ты, ребята, что-то вы поздновато домой вернулись. Ну ты просто не поверишь, что какая у нас ночка была, сынок, как дети. Вин себя нормально вел? Ну, да все нормально, просто ангелочек. Они, в общем-то, оба уже спят. Молодчина, сынок. Я люблю тебя, мамочка. Приятных сновидений, дорогая. Эй, Винсент. Надеюсь, ты не сильно проигрался. Не забудь про тузов. И королей, и дам, и вальтов. Ладно, спи спокойно. Не забудь только свет вырубить. Спокойной ночи, папа.
О, да. Если вы не против, ребята, я думаю, что я тоже пойду в койку. Сынок, твоя мама и я, мы очень гордимся тобой. Вечер прошел, кажется, все в полном порядке. Вам, дети, было весело? В общем-то, ничего такого особенного на самом деле. Хотел бы я сказать то же самое за нас обоих. Ну вот что я тебе скажу, сынок, в следующем году давай сделаем так, чтобы мама тебе сделала костюм Дарта Вейдера. Я твой отец. Иди спать. Спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. А это чего? Расслабилась, что ли? Туго-туго-туго. Одно не на месте. Просто позор какой-то. Поосторожнее с обоями-то. Да. Убийственно просто. Кошмар Лоренцо Доумани. When he came to my door, tell him, Boris, send you. He did the mash.